Главная особенность только открывшегося рынка – это цены. Здесь обещают держать самые минимальные цены на продукты. Впрочем, они выставлены как на обычных рынках. Но условия здесь совсем иные. Есть парковка, детские площадки и многое другое. Все для соответствия требованиям нынешнего времени. Ну, во-первых, базар крытый, большое количество разнообразной продукции, все свежее. Вот я сегодня купила и лепешки, и овощи, и фрукты, и очень довольна, потому что чисто, комфортно, доброжелательное отношение самих продавцов, конечно, это радует. Все такие настроения, все такие довольны и не замерзли, как бы приятно, тепло, уютно. Просто шикарно. В общем, слов нету, так классно. Очень понравилось. Спасибо большое. Отходи народ, покупаем бананы, бананы, мандарины. На этом месте, что теперь будет называться городским базаром, всего функционируют 363 торговые точки. 30 из них продают мед, привезенный из 7 областей страны. Ну и фрукты и ягоды, конечно, тоже. Урага, абрикос у нас все в Баткенской области, все натуральные, можно сказать, да? Есть и со сырьем тоже, но они для гостей чисто, для украшения стола там и так далее. Есть у нас еще куруту, сусамыра тоже натуральный, чисто сами производим, да? То есть наши родственники занимаются этим. Турецкие фисташки тоже продаем, тоже. Иранские фисташки есть у нас, и орешки тоже турецкие есть. Все, что можно найти у нас в базаре, все вы найдете. Сейчас на городском базаре, который находится в ведении мэрии столицы, проходит ярмарка. Первым клиентом на ярмарке стал градоначальник Азиз Уракматов. Такие торговые места, в которых зимой тепло, а летом прохладно, как в городском базаре, должны быть по всему городу, отметил мэр столицы. Данный рынок, как вы видите, теплый, современный. Здесь можно заходить без верхней одежды и покупать все необходимые продукты питания. Здесь вот стоит вот Джурат Закир, это Закирович, который вот по принципу московских рынков открыл такой рынок. И я надеюсь, что таких рынков в городе будет очень много. Расположился городской базар на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Медерова. Он будет открыт каждый день с 8 утра и до 10 вечера. Айзада Урумбаева, Адент Урузбеков, Кенджибек Максатулу, Пирамида.